Всем привет, дорогие друзья! Давайте уже продолжим скорее наши миссии в греческой войне. Как обычно, я играю большие моды с большим количеством миссий. Это надолго, но я очень надеюсь, что греческие мы с вами надолго затягивать не будем, а пройдем их достаточно быстро. Итак, так. Бомбят, говорит, нас, ох, бомбят, говорит, нас немцы уже 50 дней. Ага. Ох, ни хрена себе. Ёптать. Ну-ка, бегом отсюда. Блять, сука, возьмись ты, сука, тупой. Ну, блять, ну ты видишь, там крупнокалиберный пулемет, блять. Ебать, они кладут, сука, я же сказал уходить, блять, уебище, блять. Тупорылые, бля. Съебись, пожалуйста. Вот они накидали, блядь. Бля, вылези отсюда. Смотри, что они творят. У них пушки. Крупнокалиберные пушки. О, удалось спасти. Да, блядь, тебя что ли сюда позвали? Так, нечего у нас поставить. Нет никаких тюков. И играем мы за итальянцев. Давай хотя бы так. Вот уже какие-то фрицы лезут. Тут главное, чтобы не подставляться. Итак, у нас укрепрайон здесь. Пушки везде. Так, тут зенитка. Здесь пушка. Но вот эти с кораблей накидывают, аж до сюда достают. Да ляг ты, ёптать. Смотри, что творят. Хорошо, хоть дальности нету, дана достать до сюда. Так, вы тоже давайте-ка вот так. И лечь. Нет, вообще туда лучше не соваться, вот лучше на этот пригорок. Так, что задача-то какая, ёптать? Так, защищайте город, пока не уничтожите все немецкие войска. Так, Даниэль Джонсон должен остаться в живых. А где ты? Может... Ох, бля, вот они кидают. Так, а где Даниэль Джонсон-то? Надо сохраниться, во-первых. Фух, так, Даниэль Джонсон. Где ты, Даниэль Джонсон? Ебать, они кидают. А, это наши уже. Ну-ка, фугасом давай. Ствол не поднимается. Сюда, в кусты. Надо поддержать. Бля, десантура. О, блядь, отлично. И немецкие танки, блядь. Нахер пехоту, разворачивайся.
Блять, эта пушка лучше, чем в предыдущей миссии. Пиздец. Так. Слушай, ну надо уничтожать это орудие-то. А вот гранаты есть. Вперед. Сука. Давай с двух сторон. Гранаты хватай. О, ты успеваешь. Долбоёб, ты как мог кинуть-то, блядь? Он кинул мимо. Пиздец, ты кинул мимо, блядь, гранату, сука. Встань, иди, пиздуй, убей, блядь, танк. Да слава тебе, Господи, блядь. Всем взводом побежали, блядь, убивать. Ну-ка, быстро сюда, добейте экипаж и, возможно, починиться. Да, можно починиться, убейте экипаж. Здесь что, блядь? Сука, так это же подкрепление. Это же подкрепление, блядь. Уже в городе какой-то хер ползает. Фриц в городе, блядь. Сука, бомба, блядь. Ох, ёптать. Бля, убей фрица вот этого, пожалуйста. А фрица уже, блядь, в городе. Охереть можно. Здесь тоже кто-то. Да, блядь, вот он стоит, прикиньте, блядь. Сука, вот здесь еще один. Так, здесь разобрались. Ох-ох-ох-ох-ох. Быстро в зенитку. У вас задача вообще была танк починить. А не подохнуть. Ой, блядь, там что еще, бронемашина, что ли? Вот эта пушка, конечно, подвела. Во, бля. Зато здесь более-менее. Еще бы бронемашину бы пробить. Сука, вообще противотанк этот ползет. Самоходка, блядь. Мне самоходку не пробить. Чух, пролетел снаряд сквозь дерево. Ну, по-моему, там... Так, здесь противотанковая. Неохота отпускать туда танк. Ох ты, здесь еще мардер подъехал. Убейте его, да. Блять, снайпер. Осторожно. Да, блять, мардер убить не могут. Ну да, я так и ожидаемо, что здесь будет. Так, бегом вперед. Граната есть. Блять, ложись. Гранаты нет. Ну и задом двигается. Блять, ну с пушкой, конечно, вообще. С пушкой засада произошла. Блять, ну против этого я не хочу отправлять танк. Так, здесь пушку тоже уничтожили уже. Так, здесь держатся. Сука, рикошет, но на то он штук. Блять, уже уничтожили. Ну, я говорю, здесь сложно штугу воевать. Попробуем пробить. Твою мать, как его зацепило. Блять, хватай гранату. Есть контакт.
Срочно контратака. Так, ремонт, ты тоже. Почему ты отремонтировать танк не можешь, долбоеб? Совсем все хуево. Ладно, пошли, короче. Здесь вроде битые танки есть. Вот особенно вот этот третий панцирь. Бегом. А, все. Да ёпта, я говорю, чинить, блядь. Как вы меня взбесили? Почему чинить-то не можем? Блять, ну здесь пулеметик охреневший. Можешь чинить, не? Так, давай, быстренько сюда. Подлечиваемся. Ну, может, теперь, может, лечиться можем, в конце концов. Ладно, раз чинить не можешь танк. О, бля, у тебя и пулемета нет. Ладно. Так, здесь пока отбиваемся. Что с ремонтом? Фух. А, вот у меня здесь один чел-то в свободном передвижении. Сейчас посмотрим. Может быть и даже... Так, и мне нужны люди. Но что-то мне подсказывает, что как раз примерно... Примерно это вот так вот и будет. Сейчас я по поводу количества солдат немецких, ну, по крайней мере, здесь еще идут. О, техника отремонтирована. Это какая? Нет. И этот тоже. А, вот это еще кидает. Блин, как у него расход патронов-то идет хорошо. Но я думаю, это не единственный пулеметчик. Так, давай для начала ты лечишься. А у нас в городе опять фрицы. Опять фрицы, опять десантники. Быстрее. Косые, блин. Не, нормально, здесь держим. Держим оборону. Так, что здесь? А, еще делает.
Есть Мардер. Это тоже танкист. Так, все отлично. Так, ну что ж, танки захвачены. Мардер захвачен. Так, сколько народу в Мардере? А должно быть 4. Давай бегом сюда. Здесь двое есть, ну. Вот этих двоих пацанов я бы в танк тоже бросил. И смотри, что, и все равно фриц тут. Все равно фрицы забежали к нам. Сейчас попробуем с ними разобраться, казнить. Так, техника отремонтирована. Вообще надо туда отправить танк. На ту сторону. Там вроде еще происходит какая-то стрельба. Так, этот сюда. Ну что, в городе убили нациков. Бля, откуда пули пролетают? Интересно. Ладно. А, здесь еще починили. Во. А в итоге мы перехватили танки, несмотря на потери. Несмотря на жесточайшие потери, танки мы взяли. Эрик Браун. Так, ну я думаю, здесь можно взять парочку человек, автоматчиков отсюда. И отправить их. Ох, нихерна себе. Это сколько народу тут сидит? 6? Легкий танк круизер. Нихрена себе, 6 человек, блядь. Так, а эту мы чинить. А, Мардера можем чинить. А, нет, не может. Вот тут вот. Тут вот уже загвоздка пошла. Ну давай круизера отправим. Надо уничтожать тех, кто там сидит. А, ну вот, да, тут танки помогают. Я бы не стал, конечно, высовывать туда танк. Тяжелый, ну, точнее, точнее, средний. Вот лучше легкий какой-нибудь. Так, с пехоткой. Нужно не забывать, что у нас, во-первых, стоят корабли там, которые стреляют очень жестко. И что задача? Так, Defend City, ага. У них хера там народу. Бегом, блин. Быстро лечиться. Так, здесь было много, блин. Смотри-ка, фрицев. Ну-ка, давай. У нас туман войны, нам нужно видеть как-то. А вот он. Ложись. Танк не может их достать. Ну, давай, да, затащу сюда танк. Нихера там атака. На нахуй. Так. Трак сбит, это не беда. Так, пацан подлечился. Давай, здесь пехотка есть. Все, прибрали. Ух ты, пулеметчик. Пулеметчик гнида. Ныряй вниз. Сейчас мы попробуем гранаты принять. У меня... Ты посмотри, что.
Ох, не долетит. Еще одну давай. Хер поймешь. Так, здесь должно быть 4 человечка. Ну вот ты давай быстрее сюда. Пулеметчик лютует. Давай, чтобы получить... Чтобы оказаться в нашем экипаже, ему надо будет починить сначала колеса. Не колеса, а траки. Я вижу там людей. На корабле. Там пушка. Сучонок сидит, смотри, чё. Блять, куда они летят? Быстро чиним трак. Так, ну раз такое дело, надо что-нибудь потолще, да, чем... Что-нибудь потолще, чем обычно эти. Ох ты, блин, смотри, сколько здесь сволочей. Ох, ёптать, у него был гранатомет, ребята, у него был гранатомет. Сука, срочно танк. Здесь одного убили. Так, здесь чинимся. Давай попробуем разведку провести. Сука, убили пацана. А где, блядь, твои патроны, блядь? Где твои фугасы, блядь? Где они были? Да на тебе нахуй. Я бы сюда направил пару человек. Я бы направил какого-нибудь снайпера. Так, ты что, все сделал? Прыгай наверх. Давай попробуем пробить. Подпалил. Поджигай. Есть пушка носовая. Умри, блядь. Смотри, что у него щиток, блядь. Фугас его не берет, блядь. Есть минус, да? А здесь ведь еще сидят. Так, этого не пробили. Ну что, врываемся. А так вообще хер пробьешь. Так, это у нас будет считаться, что всех убили, да? Я не могу понять, вот эта пушка считается... Блять. Давай, бронебойный.
Ебать, это вот я корабль сейчас подпалил. Это будет считаться как уничтожение этого корабля? Ебысь. Да, готов. Ох, отлично. Ё-моё, а я и не знал, что так можно. Так надо топить этих козлов. Ох ты, ёбаный. Это кто сейчас выстрелил? Это кто выстрелил сейчас? Это что было? Гранатометчик? Вы, блин, почините свой автомобиль или нет? Ну-ка, раз они топятся от бронебойки, так давайте сейчас бронебойкой давай вмажем. Я, откуда этот выстрел-то последовал? На нахуй. Да не, бля. Да на, блядь. Все, готов, да? Так, ну это точно не все. Это точно не все. И точно нужна пехота. Здесь хотя бы пару-тройку человек. Видно, что люди... Ну кто-то же подбил этот танк мой. Как это произошло? Тира. А где же еще корабль? И давай в пузико. Прям в серединку. На. А он понимает, что не пробьет и что он тонет. А, вот фрицы. Для этого мне нужна пара пехотинцев. Ужасных этих пушек больше нет. А пехота нам поможет проверить, есть ли на берегу какие-нибудь вражеские еще солдаты. Короче, будем считать, что городок мы отстояли. Слушай, ну утонул, бля. Может, что ж тогда и этому вмазать? Не тонет. А, так там вон пехота. Так, если здесь никого... То один отправляйся... А, бля, есть. Назад. Вдвоем. Блять, вот прячется каждый солдатик последний. Происходит ситуация, когда... Один человек бегает, за ним... Все мои бегают. Ну, блин, давай, я хочу, чтобы ты... Затонул. Есть. Затонул. Слушай, а ты не уходил ли на дно? Тебя же вроде топили. Ладно. Ну что, где этот фриц? Убили его, не? Ну, бля. Хер поймешь, короче. И с двух шагов попасть не могут, руки трясутся. Вот, есть контакт. Отдуплился. Ой, жалко, нет такого вот возможности отключать туман войны во время битвы. Например, битву закончили, посмотреть, если где какой заяц остался.
Раз быстренько загрузил карту, этот туман войны вырубил. Посмотрел. Ладно, давайте, короче, с этим все понятно. Давайте лучше пойдем в следующую миссию. Потому что за последними там этими мерзавцами бегать, это как бы, ну, херня. Так, давайте, короче, идем. Battle of Enfidaville. Тунисия. Энфидавиль, Тунисия. Не знаю, где это Тунисия, но это происходит 10 апреля 43-го года. Давайте заглянем, что там. 10 апреля. Тунисия. О, уже можно. Ну, погнали. О, что это, что это? Так. Городок. О. Внимание, говорит, британцы, греки, новозеландцы, индейцы. Индийцы. Мы должны, говорит, зачистить всю эту виллу, короче. Ну давай зачистим. Так, давай, самых дешевых. Так, when you attack village, её the disadvantage are open fields. Nature, try to use away. Рокс, ага, прячьте, говорит, войска в этих. Так, давай самых дешевых сначала. Еще есть арта. Давай танчик возьмем один. Даже не танчик. Ну кто потолще-то здесь? Ой, блядь. Так это с другой стороны мы появились. Так, это кто вообще? А, это гранатометчики. Так, где танк? Я понял, что здесь гранатометчики, это второй вопрос. Так, где мне нужны эти? Слушай, гранатометчики, это крутые ребята. Ладно, как обнаружим этих? Британский, индийский. Наверное, раз уж здесь да есть возможность артиллерию взять, то, наверное, надо. Давайте возьмем одну пушку и миномет. Не знаю, кто здесь. Кто здесь крутой солдат, кто не крутой. Давайте посмотрим. Kill the officer before he retreat with his vehicle. Ну, блядь. А как его грохнуть-то? Ворваться туда на какой-нибудь скоростной тачке, типа броневика. Ну-ка, давай. Побежали. Так, а вот пришла как раз. Пришла точила с пушкой. Что с минометом? Так, миномет. О, бля, разведчик. Ох, нихуя. Ах ты, пидор. Так. Видели, да, фрица? О, уже обнаружились эти первые танки. Стоять. Ой, стоять, стоять, стоять. Кто танк увидел? Ты увидел танк? Ну так кидай в него гранату быстрее. Ой, красиво пошла. Ой-ой-ой, как красиво-то пошла. Танк минус.
Разведчик на месте. Вы, блядь, убили его? Нет, этого говнюка. Все. А столько разговоров было. Я понял. Быстро сюда. Старайся дойти. Так, броневик. Броневик, туда бегом. Так, что там у нас была? Пушка, да? Пехота есть. Давай, пехота, вперед. Еще давай, пехотинца. А, подожди, здесь пушка. Так, здесь пушка. Есть гранаты кто? Давай, ползем. Ой, снайпер там. Так, миномет может? Да, блядь, не может. Давай еще вот так в водичку прям встанем. Так, что у нас там с броневичком? Где фриц, офицер? Вон он здесь. Бля, танк. Пиздец, похоже, моему броневику. Ёпта, здесь еще арта стоит. Арта. Хер урта. Так, трех гранатометов тогда я отправляю. Быстро туда, через все поле. Че, разбили пушку, не? Вон она. Так, миномет, твоя задача пушку отработать. Что прибыло там? Какие-то пулеметчики прибыли. По-моему, толку от них только как разведка, разве что. Все, миномет, забывай. Ох ты, убили пацана. Так, а ты что? Как ты так попал? Попал под раздачу. Давай вдвоем быстренько туда. Ой, вдвоем. И еще один на ремонт быстро выбежал. Так, пехота пошла. Блять, я рассчитывал, честно говоря, на поддержку танка. Давай еще один крусейдер, и пехота нужна.
что-то, блядь, без танка здесь хреново. Пушки уже как таковой нет. Сейчас бы нам помог очень хорошо танк. Блядь, кидай, пожалуйста, по позициям вражеским. Так, гранатометчики. Есть интересное задание. Здесь же танков очень много стоит. И если их проработать, будет вообще классно. Так, давай, кто тут еще? А, вот пошел танк еще один. Пушечка. Не знаю, пушка поможет нам или нет. Давай сюда разведку. Так, миномет помогает. Сейчас мои гранатометчики подтянутся. И хотелось бы Крусейдер второй увидеть. Так, я думаю, до сюда дотащим, потом уже дальше сами. А что у них такое? А, ну-ну-ну. Вот прямо из оазиса и будем действовать. Здесь расположимся. Так, первый пошел. Блядь, да что там произошло? Ой, блядь. Задание провалено. Ну и... Может, хер бы с ним? Это же доп задание. Фу ты, блядь. Так, здесь у нас пехота, я понял. Подгоняем, короче, тачку, начинаем работать. Блять, это кто стреляет? Это арта. Это арта, ребята. Блять, здесь пехота, сука, зырит. Так, ну она же перезаряжается пока. Ох, ёбаный насос. Нихера себе. Ладно, похеру, где мои танки? Блять, опять этот стоит, сука, без гусли. О, дьявол. Дьявол. Блядь, да развернись ты, ёб твою мать. Не ползи к нам, блядь, мудак. Давай, пока он сюда смотрит. Готово, готово. Так, слушай, мы победили в этом месте. Так, а вы куда патроны тратите? Подъезжай ближе. Че, этому все, конец? Ну, нихера себе. Давай, пехота сюда, простой. Ну, блядь, сделай же что-нибудь. Ладно, маленький танк хотя бы.
Тут что-то все перекопали. Непонятно. Но все-таки тешу себя надежды, что пробить танк. Сука. Пиздец. Пиздец, пиздец, пиздец. О! Блять, не добежал, сука. Ладно, хер с ним. Так, где мои люди? Где мои танки? Сука, у нас хоть один. Хоть один танк, блядь, куда-нибудь. Так, ну здесь какой-то обстрел, прям вот непонятно. Круизер МК. МК-3. 650. Матильда. Вот кто нам поможет. Матильда. Так, давайте-ка, знаете, что сделаем? Здесь сохранимся. И на следующую серию встретимся. Потому что сейчас, значит, будет слишком длинная серия. Все, ставьте лайк, пишите комменты. Увидимся в следующей серии. Всем пока!